А что Христос в свою молодость? Ну, когда тут за 30, а еще не старый, а уже под 70, за 70, уже быстротечно. Мы оказались сегодня вместе с вами в нашем прошлом, счастливом, хорошем, радостном, дружном. И вы знаете, я вот буквально в прошлом году мы встречались, наш класс, и ребят, 50 лет после окончания школы, и нас было 17. Слава Богу, слава Богу! Мы когда-то уже проходили 50 лет после окончания школы встретиться, ну, не в этом состоянии, а еще больше. Кого вы еще привлекаете? Здоровье вам, благодарите, добра, света, всего чего вам лучшего. Спасибо! На праздниках у нас звучала радиола. И танцевали мы на школьных вечерах. Школа, ты не старишься, никогда не старишься. И шумят под окнами большие тополя. Вечной дружбой связаны школьные товарищи, школьные товарищи и учителя. Теперь мы в новой школе, теперь мы в новой школе, что мама выяснила. И здесь всегда тепло, и здесь всегда тепло приклон, и здесь всегда нас ждут. На праздниках у нас, на праздниках у нас уж нет той радиолы. И не танцуем мы, да не танцуем мы на школьных вечерах. Школа, ты не старишься, никогда не старишься. И шумят под окнами другие тополя. Также дружбой связаны школьные товарищи, школьные товарищи, учителя. Ура! Не любит так, как я. Никто не приголубит так, как я. Никто не поцелует так, как я. Любимая, хорошая моя, ну где же ты, любовь моя? Для кого твои глазки горят? Для кого твое сердце стучит? С кем ты делишь печаль? Ну где же ты, любовь моя? Для кого твои глазки горят? Для кого твое сердце стучит? С кем ты делишь печаль? Ну кто тебе сказал, что нынче осень и золотые листья на земле? Ну кто тебе сказал, что ровно в осень я не приду
я к тебе. Ну где же ты, любовь моя? Для кого твои глазки горят? Для кого твое сердце стучит? С кем ты делишь печаль? Ну где же ты, любовь моя? Для кого твои глазки горят? Для кого твое сердце стучит? С кем ты делишь печаль?
Чиков. Маленьких лебедей. Молчим, тихо. Уйди. Теща, уйди. Нахрен. Его включить надо. Олег, а что есть там? Доктор, говори микрофон, доктор. Давай, хорошо. Включить надо. Мне он не нужен. Николаев, можно вас?
Вот среди нас есть те семейные пары.
Разве они пролетят без следа? Нет, не забудет никто никогда школьные годы. Милые мои дети, я могу вас так назвать, и уважаемые коллеги. Я хочу поздравить вас с этой юбилейной датой и пожелать вам прежде всего иммунитета на все неприятности и невзгоды, мирного неба над головой и, безусловно, крепкого здоровья и Божьего благословения. За это надо выпить.